Это камзол императора Петра II, охотничий костюм, парный кафтану, сделанный из одинакового сукна и кафтан, и камзол. Сукно очень сильно повреждено молью, оно восполняется шерстью. Ткани красились в разные оттенки, более синие, более зеленые, и с помощью иглы газовую нитку укрепляем. Камзол украшен галуном, который в достаточно хорошей степени сохранился, он потерт. Я его только очистила. Здесь вот есть остающие нити, которые буду укреплять. Очень сильно была загрязнена подкладка, поскольку вот он использовался во время охоты. Вот часть подкладки я уже очистила, я ее демонтировала, промывала и укрепляла. И здесь пришлось немножко выпустить частично, потому что она была немножко мала, и вот эта пола, она очень сильно закручивалась. Я специально снимала половину подкладки, чтобы, когда я буду монтировать на сукно, чтобы видеть, какие были швы. Часть подкладки уже смонтирована, а вторая часть... Вот здесь полочка приметана, а спинку я вот сейчас намечаю, чтобы ее тоже потом приметать. Две части спинки соединяются по старому шву.